Петербурге был большой международный симпозиум по стрессу, куда приезжали ученики знаменитого Ганса Селье. Это человек, который вообще ввел все это в мир, канадский ученый знаменитый. Вот, но и там как раз вот это вот то, что Александр Яковлевич говорил, обсуждалось, что все привыкли считать, что стресс это какой-то абсолютно такой негативный агент, так сказать, который все губит. Это абсолютно точно не так. И я почему влезла, потому что у нас проект идет один, который связан с работой синхронных переводчиков. Они находятся в ситуации такого кошмарного стресса, невероятного дефицита временного и так далее. Я не собираюсь про этот проект рассказывать, скажу только один предварительный вывод, который у нас получился. Вот если им при их совершенно кошмарном этом занятии, очень ответственном, огромная скорость, переключение кодов гигантское, то есть для мозга это просто вообще кошмар. Так вот, если им на этом фоне еще добавить когнитивной нагрузки, то есть дать параллельное задание, когда и ай-трекером, и там разными приборами фиксировать это. То есть они должны еще за чем-нибудь следить, к примеру, отыскивать какие-нибудь объекты, то получается, что им чем больше этой когнитивной нагрузки, тем лучше. Вот мы никак не ожидали такого. То есть они уже находятся в предельных условиях. Если ты им еще добавишь, так им только лучше. Это я к тому говорю, что стресс непрост. Он непрост. И он, если его держать в каких-то дозах, то он хорош. Вот я думаю, многие здесь, уж мои коллеги, я думаю, наверняка это испытали. Знаете, есть такое страшное слово «дедлайн». Вот, да, жуткое, да. Вот, и каждый раз я вот про себя думаю, хорошо, почему я это устраиваю, эту пытку себе в последний день? Вот утром дедлайн, и вот вечером или там ночью я это устраиваю. Ведь я все равно то же самое время трачу. Почему я его не потратила позавчера или там 2 недели назад? Это же у меня ничего нового не произошло. И я сейчас понимаю, мне нужно войти в это состояние особое, тогда я хорошо это делаю. То есть мне нужно войти вот в это, вот чтобы я там предметами кидалась, ругалась там и так далее. Вот в это особый такой статус психофизиологический. Так что стресс серьезная вещь, к нему надо относиться внимательно.